Вот утро второго дня. Не хотел опять снимать, но китайцы, вот новый насос, обломился шланг вот здесь. Причем этот шланг, он ломается, вот если его чуть-чуть перегнуть, просто пальчиками. И погнул шток. Я такой первый раз вижу. Я не понимаю, из чего это сделано. На вид вроде железо. Это тихий ужас.